Я взяла F-pop. Надо другая у нас упаковка. Уверена, ничего там не повредилось. Hi, guys. Угадайте, что сегодня будет. У меня новая прическа, у меня новые ногти. Я вам уже показывала, вы, наверное, видели в прошлом влоге. Наконец-то будет распаковка. Я сама этого очень ждала, потому что я заказала эти вещи и очень их ждала. А еще мне нравится снимать распаковки, но я не знаю, почему я меньше заказываю. Потому что ничего не нужно. Короче, начинаем. Небольшая посылочка Shein. Я примерно столько и заказываю, но здесь, по-моему, меньше вещей. Вот. Здесь у нас, по-моему, 5 вещей. Но я набросила очень быстро. За 10 дней. Окей. Я помню, там были очки, поэтому мы начнем с них. Ладно, я надеюсь, они целые. Там очень крутые были очки, я помню. Ну, типа такие, знаете, по-моему, должны быть. Очень упругая у нас... упаковка, уверена, ничего там не повредилось. Так, первое, что мы видим, это тряпочка. Черная просвечивающая тряпочка. Ну, как должно быть, да. Так. Короче, да, такие у нас очки. Мне кажется, они большие. Ну ладно. Так, они у нас серого оттенка. Одна ручка упакована. Вот такие очки. Господи, я вижу вас. Типа такая, типа модная, типа... Не фотка. Вы себя видите? Вот, мне очень нравится цвет. Такие. Мне кажется, прикольные. У нас, поэтому я буду тебя замедать. Я знаю, что это теперь. Окей, это топ на завязочках. У меня, похоже, есть, который сейчас на мне, и еще один, только они без завязочек, они обычные. Такой тип, самый обычный, просто с завязочками. Такой вот. Надеюсь, он будет норм. Качество, он очень похож на мой другой топ. Ну, такой приятный. Но мне кажется, летом я бы, да и ты бы, если бы я его отказала, вы бы в нем потели, вот. Да. Завязочки, хотя завязочки, знаете ли, сзади, ничего бы ты не потела, наверное. Спина бы точно, а вот перед, я не знаю. Он такой свободненький должен быть. Такой вот. Я еле как завязала этот топ. Окей, следующая вещь у нас. Я знаю, это будет страшно. Туалетная бумага. Спасибо, ребят. У него две части. Я теперь не знаю, как это. А как это делать? Ага, вот, видите, это вот там вот. И это у него рукава. Один рукав, второй рукав. Это такое качество, видите? Сетчатое, с узорами. Мне кажется, оно легко прорвется. Ну, вот. Так что не надо его рвать. Здесь, я думала, здесь будут пуговицы какие-то или застежки, но здесь, короче, просто сшито оно. Вот такой разрезик, видимо, на плече такой, понимаете? Это носить, короче, под топ какой-то, я не знаю, возможно, под этот, возможно, под какой-то другой, который мне пришел до этого. Давайте померим рукавчики. Так вот, просто сейчас. Здесь они, кстати, разрезаны, чтобы было больше рукав. А как, насколько длинным он должен быть? Типа таким. Типа это норм. Вот, ну, типа вот такое. Так, вот оно должно так выглядеть или как? Я не понимаю. Ну ладно. Осталась последняя вещь. Мне страшно, потому что это штаны, это джинсы, это на фотках они тянулись. Как могли? Они не тянутся. Чего? Вообще мне понравились белые, которые там были на фотках. Но я захотела черные, потому что у меня очень много белых штанов.
они вот такие удобненькие, да. И они достаточно широкие. То есть можете расти сколько хотите, вам будут все равно они по размеру. Короче, мне все понравилось, ставлю лайк. Все, если вы захотите что-то купить из этого видео, напоминаю, все товары есть в описании. Вот. Всем пока. Надеюсь, видео скоро, потому что я перед влогом пропала на 2 недели. Поэтому я надеюсь, что больше такого не будет. Вот. Всем пока.